Всем доброго времени суток. Так. Панда. Мы бежим, как будто от гепарда. Где моя белкушка? Вот она, кукушка. Ты поела хоть чуть-чуть, нифига ты не ешь. Ты только любишь вкусняшки. Что такое? Роса, роса. Роса, пропоргунь, стрекоза. Тихо. Ой, довольна. Отпустил бы я тебя. Но не был бы у тебя. Да, обниматься хотел, да? Лапу хотел. Ну, давай. О, обнимайся. Обнимай. Лапкой, да. Это у вас в крови. Да. Ты прям копия Танюха, да? И ходишь такая же, когда ходил по участку. Такая же вальяжная сама все. Ну вот, вот, обнимашки, все. Все, она вот так вот обнимает. Все. Все. Танька 2. У меня что, судьба вот таких вот взрослых брать и повадки такие же, да? Ты еще и попрыгунья. Где хоть на бегунке хорошо. Цепочка выглядит, конечно, этот, что она такая. На самом деле она легкая, она из сплава какого-то специального. Вот, поэтому особо не переживать. Надо вот... Ой, траву я не знаю, у меня граблей нету. Вера, надо палку эту покупать. Собрать. Порядок наведем. Уберем весь хлам. Да. Конструкцию разберем. Да. А там нет никого. Я цепочку просто повесил. Что ты к еде, ко всему ревнует такая? Все. Дай. Ну все, обнимайся. Обнимайся. Да. Все. Че ты? А, понятно. Носится она. Ой, ты меня сбиваешь. Тихо. Не сбивай меня. Машину надо помыть. Градусов-то 20, но солнца нет. Да, мордос? Сейчас будешь чихать. Что тебе, воды набрать? Не, воды у тебя полно. Всякой. И в ведре, и так. Вкусняшки сейчас дам, творожку тебе дам. Давай, морда. Ты лежи, отдыхай. Сейчас тебя с этой стороны еще воду поставлю. Все. Все, морковка. Сейчас записал то, что мне надо сделать, не забыть. Ага. Все, я в тапках поеду, блин. Кошмар. Иди гуляй. Где мои бойцовые эти скороходы кроковские? Все. Иди. Угу. Радиоошейники. Блин, я уеду, когда что-нибудь не забыть. Ну все, приготовлю. Давай. Чу морковь. Да, конечно. Что такое?
Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас жарит, да, сейчас я тебе воды с той стороны поставлю. Хе-хе-хе, морда. Оттекай быстрей. И мы текать будем, да? Впереди тайга. Опа! Впереди тайга. Дай Бог, чтобы все сложилось. Денис, щенков, три щенка осталось. Щенки уже большие. Да. Так, воды. Сейчас, морковь. Еще тебе ведро воды поставлю. Холодно нельзя, из таза налью. Опа! С той стороны поставлю, потому что бывает там лежишь, то тоже яму надо закапывать. Так. Отсюда туда не ложишься. Вот я поставлю вот здесь. Все. И там вода стоит, ты не пьешь ее. Ведро облизывает. Не, пьет. Все, молодец. Белконь, ты за старшую. Ну, сейчас полоснем. Ай. Коврики помыть саму, и сразу дождь пойдет. Ну вот, 150 рублей и все готово. Надо коврики менять уже. Дырки в коврике. А так вот намыл. Даже я в отражении. Этикетку скоро поменяю на новую. Белкунь я добавил везде в шапку. Ну все, укладываемся. О, все, машину намыл. Это, поеду сейчас до почты, доеду, то есть до электронной почты, до компьютера. Скину Татьяне объявление, и она впишет свой номер туда. Мы начинаем, уже работа идет по собаке, по поискам. 5 сентября будет как год. Как Соболь пропал в тайге в Соуяровском районе. Работа идет, не останавливалась по возможности. Надеемся, что где-то какая-то информация все-таки всплывет, и кто-то кого-то где-то что-то увидит. Думаю, что если он где-то есть, он живой, я не чувствую, что он мертвый, я думаю, что он найдется. Может быть, кто-то где-то когда-то увидит, надежда на это. Татьяна ездит по многим городам, по многим этим. Может быть, где-то и знакомые, дачники где-то будут, мимо проедут или что-то. Все, чем больше информации, тем лучше. Поеду я, не поеду в Карелию, я не знаю. Как бы планируем. Буду сейчас договариваться по поводу охоты на медведя. Не знаю, ребята хотят. Будем решать вопрос. Значит, там холодно, сухо, дождей нету, ягоды мало. Ну, как бы, моя основная цель – ехать поработать и совместить, конечно, почему бы и нет. И удочку закинуть, как говорится, сварить себе покушать там и так далее, Немножко ягод набрать, хотя бы брусники. Вот, а так-то что работаем. Сейчас поеду, отправлю ей образец объявления. Она впишет свои номера телефонов тоже. И как бы буду работать по Соболю до конца, пока я помню о нем и жду его домой. Вот. Поиски, они всегда идут. Надежда умирает последней. Думаю всегда о нем. Пока я жив, как говорится, вот так вот. Вот. Убедился бы, увидел бы, что он мертвый, тогда бы другое дело. Я бы успокоился и все. Ладно, все лирика, все. Так что, ребята, все будет, знаю, что Бог не Тимошка видит немножко. Вот, а глупости не обращайте внимания, что люди фантазируют и превращают это в реальность. Сами с собой общаются, это их заморочки. Это люди недалекие, поэтому
Они живут чужой жизнью, на них мало обращайте внимания. Вот. Живите на позитиве и правдой. Ладно, все, погнал я. Опа! Ой, короче, еду с одной деревни. Значит, я взял зеркалку, фотоаппарат. Мне дали на время, понравится. Но 1000D не современная зеркалка, ну, более-менее Canon также. Но пока моя в ремонте, и уже с января месяца она в ремонте. Модель свежая, которую подарили мне. Не с Ютуба, нет, не подарили мне ни подписчики, нет, просто подарок был. Ютуб тут ни при чем, соцсети ни при чем, ни поклонники, ни поклонницы. Вот. Не дедушка с бабушкой, которых у меня уже давно нет, а как любимому внуку. Нет, просто подарили друзья, знакомые от души. Вот. Но он подломался, сработала ошибка ER20. И там надо затворную часть механизма менять. И никак с Японии, они работают, завод с Японии не придет. Ну и сколько можно ждать? Я без зеркалки не могу. Но мне дали, говорит, если понравится, потом дашь, сколько дашь, там, 2-3 тысячи, там, 5 тысяч, я не знаю. Ну, на цене не говорили. Зеркалка простая. Сейчас покажу. Я просто на трассе. Сейчас я... Люди не пользуются, говорит. Ну, обычные... Объектив небольшого приближения. Сейчас глянем. Так, я остановился просто этот. Вот сумочка. Люди мало пользуются им, но как бы вот зарядка кэноновская. Да, вот. Не знаю, потянет он на 64 или нет, но вот обычный фотоаппарат, вот крышечки нету, вот это плохо, все уберется. Вот, вот 1000D, обычная зеркалочка 18 на 55, слабенькая, но фотографии должны быть четкие, лучше, чем на телефон или обычный фотоаппарат, вот, допустим, который я снимаю, Canon 620 SAX, да, спорт. Что еще? В плане того, что я с ним заморачиваться не буду особо, я пощелкаю фотографии, пейзажи, ну и плюс собак можно пофотографировать. Кстати, я не знаю, здесь запись есть или нету. Я не вижу записи здесь. Рек. Дисплей, меню, плей. Прикиньте. Эта кнопочка такая интересная. Я рек записи не вижу. Да, тут нет записи, представляете? О, есть флешка какая-то. На 16 гигов. Нормально. Флешечку есть. Оказывается, и дали флешечку. Вот. Это стабилизация, не стабилизация, я так понимаю. Автоспышка. Ну, она автоматом, я ее проверил. Как бы все работает. Короче, он под запись не идет. Идет чисто фото. Есть приближение, удаление. Это картинки, я понял. Ну, в принципе, все. Canon обычный. Небольшой Canon, дизайн, материал, конечно, хороший. Они любят качество материала делать, тушки. Все, ладно, попользуюсь. Все будет лучше, чем мыльница. Я только вот ради хороших фоток пока мой буду ждать свой фотоаппарат с ремонта. И прям вот, ну не могу, как вот хочется зеркалку показать людям качественные, красивые фотографии. Та же фотография Соболя у меня на машине, она сделана на зеркалку, и она сразу отличается своим качеством и как он выглядит, как фотографирует зеркальный фотоаппарат. Все, ладно, я поехал дальше. Мне там
супчику налили собачкам. Поеду заберу. Вот, приехал в Серовский Егору. Сейчас он мне... Машина гниет. Сейчас он мне будет варить капот. Да, сейчас пока отваливается все. Машина старая. Все, он перебирает двигатель на квадрике человеку. 750 лошадей. Сейчас он ему маленькие шестеренки поставит. 750 кубов, да. Ну, я в этом нет. 750 кубов. Чик. Чик. Все отваливается. Вот капот бы открылся на ходу. И все. Да, 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 прихватывали, видно. Ну, что-то грубо очень прихватили, да? Ну да. Это очень кривовато. Кривовато. Компьютеры, марутеры. Сколько инструментов. Так что приезжайте, ремонтируйтесь. Любой сложности. А также сварочные работы. Да, начиная с диагностики. Да. Заканчиваем ремонт всей машины. Иномарки. Русские, конечно, ширпотреб нет, наверное. Это уже впро. Да? Русский автопром, да? Классика? Уж надо тоже людям помогать. Не, ну надо, конечно. Не, думаю, уже скоро это в прошлом будет совсем. Да, нет, молодежь ездит. На что денег хватает. Пятнашки-десятки ты, Миша? Да и девятки, это копейки переезжают, то же самое. Там копейки тут есть, как новые. Завари, там еще что-то сделать. Где что отвалилось, да? Да, какой-то это. Так, это полуавтомат, да? Да, полуавтомат, потому что можно и аргон, конечно. Аргон? Ну, аргон совсем уже жир, на самом деле. Да. А результат будет один и тот же, что от аргона, что от полуавтомата. Все, Элечка приехала на сварочные работы, дождалась ее корной бабы. Дальше диагностика, тюнинг, прошивки, мозгов, все. И автозапчасти закажут. Приобрести запчасть и на месте же поменять. Да. Просто целый комплекс. Пока вот только все в развитии, а так уже все работает. Да, да, да. Имейте в виду, кому надо. У него свой сайт есть. Канал. Сайт. Да, ночью пока я притормозил. Да, да. Не хватает. Времени на что? Даже не то, что времени, а рук не хватает, кому кто-то снимал. Потому что и работать, и снимать это практически невозможно. Потому что что-то иногда не получается. Снять это нереально. Слушай, они классно вот эти штуки светят, вот делают светодиодные? Очень сильно светят. Да? Я... Очень. Особенно фирмы ProLight. ProLight? Да. Но это дополнительно покупается. У меня получается два светодиода бьют точкой, а вот эти две бьют рассеивающие. Да, и получается объемный свет. Гриллианда, да? Гриллианда. Очень ярко получается. А эти штатные нормально тоже? Штатные нет, штатные вообще не светят. Штатные вот на этом квадроцикле обычно меняются на светодиодные тоже. Тоже такие же круглые, только светодиодные, но тоже они светят прям направленным светом, красиво выглядят. Кавасаки написано. Кава Япония 750 кубов. Очень надежный квадроцикл, но так как на нем ездит 14-летний парень, пока без опыта, конечно, он его подубил в ковровых болотах. Решил вытащить на BRP. Человек тоже был. Тоже, короче, паренек молодой. У него BRP, у него литровый весит это килограмм 500, и сам паренек весит килограмм 100. И вот на этом малыше он решил его выдернуть. Короче, парень на BRP, да, он одним колесом утонул в ковровом болоте. Вот зацепили за него. У парня на BRP оторвало колесо, у этого что-то там задымилось, ремень задымился, вариатор. Короче, затрещало, да. И в итоге вытащили ничего? Да, в итоге вот до чего докатились, что вот мотор тебя перебирает человеку на Кавасаки, на Японии, где все надежно и точно. Очень высокоточный мотор. А что ж они... Как часовой механизм швейцарский, все очень точно прям. А что же лебедками не? Ну я говорил, то что парень неопытный, еще, ну в принципе на ковровом болоте цепляться негде, хотя можно было остановиться и подумать.
что можно придумать и сделать? Упереться квадриком куда-то, нет? Да, вот надо что-то было придумать, надо было просто остановиться. Они нет, они рвали вовсю там газ в пол. Ну, естественно, как нагрузка очень сильная. И вот какой бы агрегат ни был, такую нагрузку вряд ли выдержит. Ну да. Тем более, как видно, мотор он весь желтый. Он всегда в болоте, абсолютно. Всегда в болоте сидит. Да. Ну все, еду сейчас к СОБам. И это. Все, потом. Что я хотел? А, померил, короче, к этой тушке свой объектив. Что хотел, думаю, что я хотел сказать. Короче, подошел 18-35, 135 объектив подошел. Я его взял с собой, примерил к тушке этого Кэнона. Я буду работать на штатном объективе AD80 вот с этой тушкой Кэнона. Я посмотрю, какие будут фотографии. Объектив хорошо подошел. Может быть, мне что-то получится заменить на время, хотя бы поработать, пока я скучаю по своей той зеркалке. Поработаю. Тут же главное больше, конечно, еще не только тушка, но и сам объектив. От объектива многое все зависит. Много качества и так далее, так далее. Посмотрим на фотографии, что будет выходить. Сейчас много накопил фотографий, надо мне все позакидывать по соцсетям. Я над этим поработаю. И то давно много хороших фотографий не добавлял. Все на флешках хранится. И вот хулиган. И это. Вот стой, моргай. Вот. И как бы... Все, яблоки, груши. Сейчас, может, грушу с собой наберу, покушаю груш. Бананчик я себе купил. 4, не, 5 штучек. Люблю банан, правда. Ну, что, не знаю, трава и трава. Есть зато неохота. Вот. Не, не наши. Вот, и этот. Все, пощелкаю. Вот, машину помыл, да. И опять вот... Тучи сгущаются надо мною. Ой, кошмар, кошмар. Как помою? Я думаю, надо дождя. Ну, сейчас пойду машину помою. Будет вам дождь. Давайте дальше. Погнали, погнали, погнали. Капот чуть не потерял. Хорошо заварили. Все. Сделали. Так, вот, я сейчас достану фотоаппарат. Вот она моя Canon. Здесь запылился. Вот, на 18-135. Это вот от D80 мой объектив. Он подошел хорошо. Тарочку вот поехал. Так. А вот он его родной. Мы его снимаем, туда кладем. Блин, у меня карандаш все там, в той сумке. Щелк. Все, и вот он, фотик. Пойду попробую фотографировать. Так, подкадровая съемка. Окей. Не, дисплей не нужен. В тот привык, на экран смотришь. Здесь такого пока я не разобрался, вроде нету. Но уже с таким объективом он смотрится намного богаче и круче, чем с тем маленьким чипиздрончиком. Вот. А здесь я попробую. Ну, я, как и говорил, здесь нету видео. Я пойду просто пощелкаю собак
И дома посмотрю на компьютере, как выглядят картинки. Главное, что подошел объектив. Я очень на это надеялся. Ну, вроде как все. Все как. А. Это я понял, не понял. Короче. Это что, поднять вспышку? О. Ох. Ох. Нифига не понимаю. Ладно, все, пойду будить. Так, что у меня тут? Ну вот, чуть разлилось. Возьмем вот это ведро. Тут перелить надо. Да. Счастливая неделя. Кормит нас. Златка, пойди. Хвостом-то виляет, веером-то. Ну, конечно. Злат. Злата. Злата Уля. Потягушки. Ветер какой поднимается. Сейчас ливанет. Я машину помыл. Да, морды. От клайком к лайкам. Везде лайки. Везде лайки, потягушки. Квартирант. Как мать героиня, кормящая с вами. Давай. Все, 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 у меня. Все, все. Все. Тихо, 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 тихо. Все, коряба у меня всего. Выпускаю. Давай, иди. Иди, иди. Эмиссию. Корябл, блин. Златуль. Сейчас, давай. Возьму лопату, уберу. У них чуть. Все, все, погнали. Боль. Еще когти грязные. Злата! 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 Злата, ко мне! Злата, ко мне подойди сюда! Ко мне подойди сюда! Злата, ко мне иди сюда! И что ты легла? Ко мне иди сюда! Ко мне! Подойди сюда! В туалет еще не сходил! Ко мне иди сюда! Злата, ко мне! Не слушай! Ко мне иди сюда! Злата, ко мне! На всех смотрит она! Ко мне! Иди сюда! Иди ко мне! Ко мне иди сюда! Это что такое? Это что такое? А? Нахалка бессовестная! Иди сюда! Иди ко мне! Ближе! Ближе! Ближе ко мне, сказал. Что это такое? Дай глаза посмотрю. Иди. Дербань. Ай. Битва. Дай. 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 Все, и по туалетам, да? Сначала надо битву устраивать. Ну, конечно, лап поднял. Тебе обязательно делать это на вид людей? Щипет окаюр теперь. Иди обрабатывай мне рану, зализывай. Хулиганье. Иди ко мне. Хант. Ханта. 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 Ты пизлата. Ханта, иди ко мне. Все наоборот, может, тебе ханты надо называть? Ханта, иди сюда. Хант. Иди ко мне. Вы все ревнуете, да? То, что я девочку зову. Да, на лапу мне. Все, все, иди, иди гуляй. Да. 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 Молодцы. Все, выпустил. Обобрали, обогрели, подобрали. Где лопата вдоль хребта? Все, 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 все.
Он несется. Да! Вот у вас полянка с препятствиями. Все, все в вольер втроем заскочили. Выгнала всех. Сейчас налью еще воды. Сто морды. Сейчас я выложу только все прибамбасы. Две я себе взял. Игрушки. Поем. Тебе, пожалуйста, тебе покрасивей. На, Злат. Тайна. Хант хорошо ест. Хант, иди сюда. Ты же взял. Ханта. Ханта. И даже не пытайся отнимать ни у кого. На. Иди ко мне. Ты любишь груши. Ну. Это хорошо будет есть груши. Сейчас по чуть-чуть она разгрызает. Вот она, да, вкус, 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 вкус. Куда идешь? У тебя свое есть. Вот облизывайся, вкусно же. Вот она кушает. Молодец, молодец. Что ты на эту палку легла? Кушай. Вкусняшка, да. И ты кушаешь. Кушает, кушает. Все кушают он. И лапками зажали. Кушай, кушай, моя девочка. Вкусные груши, вкусные. Вкусные. Со своей игрушкой рядом, да? Танюха он хомячит. Да, вкусняшки. Тоже своего рода вкусняшки. Глазки эти не протер. Кушайте. Что, змей? Ох, змей. Ну все, у вас чисто. Кушай, кушай. Все кушают. Ну все, от лайк поеду к лайке. Все, ведро вы за раз. Я вам все раздал. Целое ведро. Кушай, каюр. Какой-то непонятный. Ждешь, когда я уйду? Ну и ладно, жди. Я тоже ухожу. Опа! Я игрушки с собой возьму. Можно, спасибо. Пожалуйста. Все, сидите. Опа! Опа, 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 опа. Срослась Европа. Этого не может быть. А ты вся такая, ждешь трамвая по тягушечке. Вот за что я люблю телефон с зумом. Заезжаем? На Воркуту, на Воркуту, ту-ту, тру-ту-ту. Приезжайте к нам на Колыму. Нет, лучше вы к нам. Опять натягивает. Сегодня вот так поставлю. Козюлька. Надо... Да, надо узнать, сколько стекло поменять. Это сколько стоит. Будет поменять его. 3-4 трещины. Да? Я вас внимательно.
Я вас внимательно слушаю. Но нет, не получается, я встретить так. Ну вот куда? Все, все, довольны, счастливы. Ага. Побегать можно, да? По периметру. Тихо ты там. Сзади на меня нападаешь, что ли? Ёкарный баба. Тихо. Белкуша. Ага. Обниматься будем? Да? Все, обнимашки. Танюха копия. А? И дышишь даже, дыхание у вас одинаковое даже. Ага, морда. Хату будешь проверять? Ничего не поел, даже сыр не стал блин, и есть. Догоню сейчас. Нападай. Ну все, 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 все. Все. Все, все. Давай. Ветерок, наверное, сегодня будешь спать. Не на коврике. Да, в прихожей будешь. Не-не, иди, иди, это я наступил. Иди. Иди, проверяй. Белка. Ну. Чё? Белконь. Смотрит на машину, на фотографию соболя. И она думает, что там собака. Она прям реально там фотографию кажет. И нюхает. Нюхала, нюхала. А запаха-то нету. Ну что ты морда? Мордочка. Ух, как залетай. Ну что, ливанет? Нет? Ливанет? Как ты думаешь? Что? Вкусняшки будут сейчас. Пойду ворота закрою. Тут что, забыл про них. Че, морда? Ой, как мне. Так. На передь. Я себе тоже только булочку не купил. От булочки толстей. Ну, йогурт попьем, да? Иди помогай давай. Баулы. Морды, морды. Все, вкусняшки тебе надо дать. Творог будешь? Сейчас. Высох поводок, лежу. Сейчас творогу. Нету творог. Творог, творог. Ну вот, да, сейчас. Будешь есть творог? На. И куда ты его хочешь? Воду тебе надо поменять. Да, воду поменяем. Иди вот так вот, на. На. Иди кушай. Иди. Нет, кусок не хочешь? Что такое? Ну так вот, дела делами, от лайка к лайкам, к проблемным лайкам. Это ножик и от творога. Ешь творог, иначе я его уберу тогда. Дышит она. Я знаю, что будет. Должен ливануть. Опять ты что-то копала лопат. Ну ты лазила здесь, понятно, но ты ее подальше. Ты же у меня строительница. По стройкам, да? Морда. Ветер теплый, южный, наверное. Восточный. Вот, и это. Штучки плавают какие-то непонятные. Все.
Элида. Элита фигово. От элиты, полэлиты. Кушай, кушай, творожок, правильно. Все, и вам всем всего хорошего. Буду я тоже что-нибудь перекушу. И это. Все в описаниях. Смотрите о канале раздел. И в описании под роликом. Все про собак-то написано. Да? Всем всего хорошего. Всем давайте пока-пока.